Ансамбль «Друзья». Детская творческая премия «Голос детства», город Йошкар-Ола. Песня из кинофильма. Роли второй степени. Дуэт Ким Анна и Ким Денис. Город Москва. Эстрада на русском языке. Лауреат второй степени, ансамбль «Мирабелла», город Старая Купавда. 12 эстрадная песня на русском языке. И лауреат первой степени, звание и подарок получает дуэт «Лолипопс» Василиса Слюдова, Амина Гасимова, город Москва. Эстрадная песня на русском языке. Я думал, мы уже закончили, а дипломы все и несут, и несут. Продолжаем. Дипломы третьей степени в старшей возрастной группе. Дуэт Дарья Храмова, Алексей Блинов, город Люберцы, эстрада на русском языке. Дипломы третьей степени Максим Гусь, Анастасия Лопасова, город Лобня, номинация «Академический вокал». Дипломант первой степени, ансамбль «Этельвейс», город Железногорск. Номинация «Эстрадная песня» на русском языке. Лауреат третьей степени, Анна Сотникова, Виктория Гайдукова, город Новомосковск, Тульская область. Номинация «Песня» из кинофильма. Лауреат второй степени. В номинации «Ретро-песня» ансамбль «Баллада», город Балабаново. Лауреат первой степени, звание и подарок получает ансамбль «Баллада», город Балабаново, номинация «Эстрадная песня» на русском языке. Лауреат первой степени, звание и подарок получает ансамбль «Моцартео», город Балашиха, эстрадная песня на иностранном языке. Звание лауреат первой степени и подарок получает дуэт Елизавета Сучок, Мелисенда Ситорес Орлова, город Москва и город Мадрид. Номинация «Песня из кинофильма». Номинация «Хоровое пение». Лауреат третьей степени. Детский театр песни. Город Москва. Ну, поаплодируйте, дети так стараются. Что мы не знаем? Эх, взрослые. Спасибо вам огромное, вы молодцы, эти награды законно заработанные вами. Приглашаем вас пройти в зрительный зал, спасибо огромное. А я спешу пригласить на эту сцену человека, который все 5 дней без устали вместе с нами работал на вашем...